Для тех, кто владеет хоть немного компьютером. Для тех, кто хоть немного владеет интернетом. Для тех, кто знает, как зарегистрироваться в социальной сети и знает, что такое электронный почтовый ящик. Для тех, кто зарабатывает или хочет зарабатывать в интернете. Для вас этот курс. Если вы не поняли, о чем речь, просто закройте эту страницу. А тема ясна, значит, смотрим до конца. Хотите поднять свою эффективность в интернете в десятки раз? Увеличить трафик на сайты, количество подписчиков, увеличить сумму заработка в интернете, либо начать зарабатывать с нуля. Для вас курс «Культовод». Начать зарабатывать с нуля. Первое в курсе, что я сделал, так рассказал об анонимности в сети. Показал, как можно подключаться к сервисам и сайтам одновременно с разных аккаунтов. Это широко используется серыми маркетологами для создания сетей фейков, сетей целых групп сообществ в социальных сетях, для проведения реклам, либо формирования мнения о том или ином продукте или услуге. Эффективность данных мероприятий очевидна. Представьте, что вы доводите информацию пользователям соцсетей не с одного аккаунта, а сразу с 10, с 20, там, со 100. Во сколько раз увеличится охват аудитории? Во сколько раз поднимутся ваши продажи? Как зарабатывать с помощью мультов быстро, даже если вы ничего еще не заработали в интернете? Об этом я расскажу во втором разделе курса «Мультовод». С помощью приобретенного навыка вы сможете уже начать зарабатывать стабильно даже на одном небольшом сервисе. А увеличивая количество мультов и количество сервисов, вы будете увеличивать свой доход. Если вы еще не зарабатывали в сети, то тут уж точно заработаете. В третьем разделе курса я расскажу о бесплатной автоматической раскрутке аккаунтов от социальных сетей и мультиаккаунтов. Полезность таких знаний ясна каждому. Здесь мы подключим робота, который поможет нам раскручивать мультиаккаунты в социальных сетях. Четвертый раздел – ботоводство. Рассмотрим бота, который будет сам ходить в социальных сетях, общаться с людьми, отвечать на их вопросы. Для этого в этого робота мы внедрим искусственный интеллект. Теперь все эти знания будут ваши. В итоге в курсе получилось 4 раздела, которые в своем роде в рамках палево-темы. Эти знания дадут вам почву для рассуждений, как поднять свою эффективность в интернете, как увеличить свои продажи или же вообще как начать зарабатывать. Курс «Мультовод» доступен по ссылке ниже. Не бесплатно, естественно. Покупай сейчас, пока он доступен. Увидимся в курсе. И еще. Перед покупкой курса обязательно знакомьтесь с пользовательским соглашением сайта и видеокурса. Это прибыльное дело.